с первого дня войны, вопросы про соплі і какашки решительно закончились. Все. Вы намагалися переконати росіян? Те мальчики, которые сейчас идут нас убивать, это мальчики, мамы которых выращивали на моих книгах, чтобы они были здоровенькими. Зовні, як вам виглядається Путін? Не дождетесь. Мне приходит порядка 200 писем. Вот я мужика собираю на фронт. З чого складається аптечка? Что ему дать? Да, с собой. Чи це нормально, що ми звикли до війни? Куча народу после начала войны начали пить. І не останавливаються. Куча народу закурили, которые никогда не курили. Як з дитиною розмовляти про війну? Дітей сейчас, к сожалению, воспитывают больше TikTok с Instagram, чем мамы. Ребенку трудно быть слепым исполнителем сейчас. Ви поїхали з Харкова? 80 метров от входа в клинику Воронка Искандера. Ви могли виїхати за кордон? Чи ці твари вообще должны определять, где я буду находиться? Это моя страна. Я хочу быть здесь.